Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита Соловьева. Я участница сообщества «Суперкопилка» с апреля месяца 2020 года. Самый главный продукт «Суперкопилки» – это пассивный доход. Именно он позволяет людям исполнять свои мечты и желания, покупать какие-то дорогие подарки, делать глобальные покупки, квартиры, машины, ездить путешествовать, оплачивать обучение, лечение и так далее. То есть пассивный доход плюс сложный процент, эти две составляющие творят чудеса. Суперкопилка очень хорошо заботится о своих участниках. Она проводит много-много акций, когда дарит какие-то бонусы и подарки для того, чтобы мы могли увеличить свой пассивный доход, а значит увеличить свои выплаты. В данное время в Суперкопилке проходит акция, которая называется «Грант на развитие пассивного дохода». Эта акция уже длится 4 месяца. 19 сентября 2021 года эта акция остановится. Еще есть замечательная возможность успеть подать заявку на участие в этой акции. Что я и сделала с успехом? Я подала заявку на участие в этой акции. И Суперкопилка подарила мне $50, которые я сейчас использую на поднятие своих выплат. Давайте посмотрим вместе, как я это буду делать. Вот так выглядит мой график в данное время. Когда я пришла только в Суперкопилку, я для себя поставила цель, какую высоту выплаты я хочу себе на первое время. Я эту цель разделила на промежуточные цели. Вот знаете пословицу «большого слона надо есть маленькими кусочками». Вот и я поступила точно так же. Я сделала себе запрос во Вселенную, сколько я хочу получать пассивного дохода. Разделила эту цель на промежуточные цели. И первая моя цель была, это высота графика $100. Здесь у меня столбики по $100. В принципе, я уже добилась своего, что я себе наметила. Начинала я, как многие, с минимальной суммы в $20. Первые мои выплаты были по доллару, по два, по три. Ну и вот таким образом я все это дело подращивала с помощью сложного процента от Суперкопилки. Также при помощи дополнительных денег, которые я хотела приумножить, я вышла на вот такую высоту графика в $100. Но так как сейчас проходит акция «Грант на развитие пассивного дохода», я решила поучаствовать, чтобы заполнить вот этот промежуток. И решила я его заполнить с помощью гранта от Суперкопилки. Я подала заявку на расчет стратегии для того, чтобы мне заполнить тот промежуток, который я вам сейчас показала. Я запросила помощь от Суперкопилки в размере $50. То есть мне этих денег достаточно для того, чтобы закрыть тот пробел. Вообще в акции можно получить от 50 до $1000 в зависимости от того, какой взнос делает участник. Я буду делать взнос в размере $100. И за это мне Суперкопилка подарила $50. И вот здесь вот в ответном письме пишется, что я являюсь участником 4-го этапа акции. И согласно условиям акции мне будет начислен грант в размере 50 ТЭТ, которые я сейчас и буду использовать на создание программ для того, чтобы выровнять свой график в районе $100. По этой ссылке у нас открывается расчет, который приходит от Суперкопилки. Специально для того, чтобы уже можно было просто смотреть на расчет и делать так, как надо. Расчет выглядит вот таким образом. Здесь указывается текущая неделя. На текущей неделе указывается, какой надо сделать взнос, какая будет выплата на текущей неделе, какой баланс и какая должна быть карма. То есть надо придерживаться высоты и чтобы была карма. Здесь уже все рассчитано. То есть, если мы вот сюда наводим мышку, то здесь сразу показывается, сколько нужно внести, чтобы получить вот такую сумму. То есть, присылается полный расчет. Наша задача просто следовать этому расчету. И вот с помощью тех $50, которые мне прислали, мне надо сделать вот такой вот заборчик для того, чтобы его вот так вот выровнять. Он будет чуть-чуть выше, чем я планировала. То есть, он будет не $100, а высотой $110. Ну, это даже и хорошо, потому что чем выше заборчик, тем больше у меня пассивный доход. Поэтому высота графика в $100 – это была моя промежуточная цель первая, и я ее достигла. Дальше моя будет промежуточная цель – это $200. Я на нее точно так же буду постепенно выходить. Вот здесь в истории операции видно, что $50 мне пришло на предоплату, которую я сейчас буду использовать для поднятия
выплат. Итак, давайте зайдем в график. И теперь строго по расчету, который мне прислали, мне надо будет сделать вот здесь программы. Значит, первая программа на 17 неделе высотой 35,76. Я захожу на 17 неделю. Нажимаю «Создать депозит». Вписываю сумму выплаты 35,76. Выставляю ровно так, как указано в расчете. Нажимаем на кнопку «Добавить». Вот мы видим, что столбик поднялся выше за счет того, что я сделала новую программку. Теперь надо мне сделать программку на 18 неделе и сделать выплату точно такой же высоты. И вот таким образом я сейчас сделаю программки ровно по расчету. Ну вот, друзья, я подровняла график согласно расчету, который мне был прислан. Использовала деньги по акции «Грант на развитие пассивного дохода», которые подарила мне суперкопилка. Есть еще 4 дня для того, чтобы вы могли тоже подать заявку и поучаствовать в этой акции. Акция заканчивается 19 сентября 2021 года. Если у вас есть желание использовать возможности суперкопилки по максимуму, то присоединяйтесь, подавайте заявку на участие в акции и начинайте строить свой пассивный доход. На этой неделе я выполнила задание от суперкопилки, которое мне надо было сделать. Следующую работу для того, чтобы выравнивать график, я буду делать уже на следующей неделе. Первую цель, которую я себе поставила, я ее достигла и даже больше, чем планировала. Это очень хорошо. Поэтому двигаемся дальше. Ну что, друзья, вот вы посмотрели, как я сделала себе поднятие выплат. Таким образом, я повысила свой пассивный доход. Акция «Грант на развитие пассивного дохода» мне в этом помогла. Она поможет и вам, если вы прямо сейчас напишите мне в личное сообщение. Хочу узнать больше об акции «Грант на развитие пассивного дохода». Я вам объясню, как что делать. И вы можете прямо сегодня подать заявку для того, чтобы вам суперкопилка подарила деньги. И вы могли более удачно стартовать. Суперкопилка 8 лет приумножает наш бюджет. Вот такой есть интересный девиз суперкопилки. Суперкопилка работает 8 лет, и она действительно 8 лет приумножает бюджет участников. Добро пожаловать в наше сообщество. Моя реферальная ссылка есть под этим видео. Регистрируйтесь по ней. Указывайте свои координаты, свои контактные данные. Я с вами свяжусь в самое ближайшее время. И мы с вами обсудим ваш старт. Друзья, желаю всем здоровья, успеха, удачи и благополучия. Всем пока!